Сейчас вам покажу малину. Я вообще малиной не занимаюсь, но это у меня вот там заросла чуть-чуть. Сорт называется элегантная. Я ее посадил прошлой осенью, 50 кустиков. И в этом году оставил где-то, ну, от земли вот такие вот, эти, как побеги, да? Не под самую землю их обрезал. И сначала он у меня был урожай вот на этом, на сухом. Пошли вот такие боковые побеги, и на нем была малина. То есть где-то в июне еще у нас была малина. Потом эти сухие, они пропали. Я их срезал, и пошла из-под земли поросли малина. Это вот уже молодые побеги выросли, вот видите. И на них столько ягоды. Я просто не могу вам не показать. Смотрите, вот я ее не собираю, она, видите, тут уже пропадает. Что-то как-то я до малины не это. Сейчас пришел, смотрю, ее тут столько назрело. Вот сорт элегантная, гляньте, сладкая. Такая настоящая, знаете, малина. Вот видите, не срезали, она вся засохла прямо на побегах. Надо ее, конечно, обрывать. Вот. Уже траву продернуть. Вообще, под малиной я мульчирую соломой в рядках. Вот видите, это вредитель малиновый какой-то. Гляньте, сколько ее тут до хрена. Ну, сладкая, правда. Угу. Тут у меня такая шпалера под ней, импровизированная, но не помогает, она все равно, видите, разрастается в разные стороны. Да, конечно, надо ходить ее обрывать, наверное, через день, каждый день, потому что вызревает и, видите, пропадается. Надо хотя бы наморозить. Это другой сорт, это не элегантно, это у меня отдельный кустик один, другой сорт. Не помню, как надо посмотреть, записано. Вот видите, вот этот побег отплодоносил. Надо его, конечно, срезать, чтобы он не мешался. Вообще, малины ухаживать — это тоже целая наука. Так же, как и за виноградом, и за клубникой. У меня она растет, видите, сама по себе. Выживает как может. Ну, что так, ягодка, да? Крупная. Тоже все. Вот так вот. Тут у меня, по-моему, 45 или 50 кустиков. Это видео снял. Малины поел.